Ребята, всем привет! С вами Крутой. Сегодня мы начинаем играть в тайкон. Да, ребят, первый раз вот тайкон для вас снимаю, не знаю. Что-то вот я нашел какой-то интересный тайкон, не всякое там фуфло, вот какой-то интересный, ребят. Вы такие думаете, что тут происходит, почему на меня вот эти штуки нападают? Я сам не знаю, сейчас будем вместе разбираться. Сначала тут надо дропперы, ну, ставить, но это понятно. Это же логично, то что в тайконах нужны дропперы, да. Логично. Значит, вот так вот. Все, купили. Вот какие-то стенки. Я пока хочу посмотреть, что внизу. Не смотрел. Офигеть. О, смотрите, 100 кэша всего лишь. И что-то. By door. Ну, значит, дверца, да? Я так понимаю, да? А, о, прикольно. О, привет, пацак. А он опасный? Кролик, ты опасный? На тебе. На. Нет. А ты, а это что? О, мне что, кэш дали? Прикольно. Ну, пацак-то, конечно. Давай, я его сейчас убью. Не знаю, зачем. Вот, ой, 70 кэша получил. Нифига. Мощно-мощно. Ну, я оставлю двери открытыми. Вот эти, короче, пуцки вообще опасные. Я их боюсь, вот честно. И они почему-то 400 кэша так и не дают. Я их хотя убиваю. Они 400 кэша не дают. Ладно. Давайте. Кстати, тут музыка очень прикольная вообще. Просто можно так дэнсить, танцевать. Прыгал, как я, прикольно. Но это не я купил какую-то эмоцию, а уже в этой игре такая эмоция сразу же идет. Чуть-чуть не покупается. Ну ладно. Опять эти штуки нападают. Что с вами? Нет, не надо. Я вообще не знаю, почему они на нас нападают. Я обучение прошел, но я так и не понял, почему на нас нападают вот эти штуки. Так, давайте куда-нибудь пойдем. Не знаю, вот. Вот вы достали. Реально, короче, я не могу уже это. О, смотрите. О, я же могу от них отстреливаться. Смотрите, смотрите. Ну-ка. Ну-ка. Блин, где мне ее поставить? Блин, а что, я не могу поставить, что ли? Вот, сюда поставлю. Все. Пушка, отстреливайся, я тебе сказал. Почему не могу? Давай, давай, ставься. Пожалуйста, ставься. Давай. Все, спасибо. Все, пожалуйста. Наконец-то. Все, отстреливайтесь от этих монстров, пожалуйста. Они уже идут. Вы что не отстреливаетесь? Алло. Короче, пушки какие-то баганые. Я не знаю, почему их на базу нельзя ставить. Они, блин, ко мне на базу так-то залетают. Так, я вообще не знаю, надо их отпугнуть. Вот так, знаете, с пистончика. Блин, опять мне предлагают что-то купить. Почему я не могу сюда поставить, не знаю. На базу. Так-то у меня вот здесь летят. А кстати, почему они у меня убрались, не понял. Ну, не знаю. Так, а может у них какой-то, не знаю, есть. А, вот, я понял. Что они убрались? Эй. А что он? Ну, короче, у них какой-то там лимит по времени, я так понимаю. Так. Давай. Стреляй в него, пушка. Ну и что ты делаешь, пушка, а? Офигеть! Это кто такой? У него 1000 жизней! Я не знаю, кто это. Короче, ладно, пушки тут какие-то так себе. Лучше куплю вот что-то такое. Ух ты! Какой-то такой... Такая штука, не знаю, что это. Так, 400 кэша. Нормально, нормально. 850? Нет. Мы это не будем покупать. Ой! Давай, давай, давай. Надо купить скорее двери. Давай. А, блин, у меня точно кэша не хватает. Надо быстрее, пока эти мужики не зашли. Пожалуйста, уходите. Все, давай. Давайте, залетайте ко мне. Сейчас я их буду вот так обстреливать. Давай, давай. Давайте, залетайте, залетайте ко мне. Бэм. Через лазер. Не знаю, они на всех, короче, там, видите, нападают. Ай, давайте, давайте, заходите ко мне, дверь. Они умны, походу, не хотят заходить. Давайте их поубиваем. Не-не-не, они меня бьют, я пока еще очень слабый. Ладно, я пока вот это, вот этих вот поубиваю. Это что, ну, все, 70. А, вот тут еще левел какой-то есть. Вот на-те, на. На, вот, все. Так. Ох, все, наконец. Все, я включил автокликер. Теперь будет все норм. Вот так. Оп. Они, кстати, тоже бьют, я их понял, потому что они же не так просто.
Мне нужно турельки тоже ставить, потому что они тоже очень полезные. Не знаю, почему их нельзя много ставить. Ага, тут есть откат молотка, я так понимаю, да? Давай, давай, убивай, убивай. Ну, короче, я не знаю, что тут. Надо накопить, короче, я так понимаю, второй уровень. Сейчас я его тогда накоплю. О, наконец-то, все, второй левел. Так, что мне дали? Во-первых, у нас тут появилась прокачка, да? Чего? Три вот этих дамаг, ХП и вот это. Ну, короче, я думаю, пока не надо вот так прокачивать. Давайте сначала вот заберем кэш, кстати, вот, офигеть, 2000. Давайте дропперы обязательно купим. 950, блин, дорого, дорого. Так, сейчас тут должны еще дропперы, да, пойти? Да, вот 250, конвейер. Тут очень дорогие дропперы, но я думаю, они мне много денег должны приносить. Вообще мало. Зря я на них потратил столько денег. Ну, вот, смотрите, видите, сколько их тут? Фигеть, какие они. Блин, я не знаю. Давайте я, наверное, на ХП... Ой, что это такое? На ХП, наверное, я... Я вот это вот не знаю. А, турельки, турельки, понятно. Давайте турельки лучше прокачаем. Ну, потому что, ну, не знаю. Вот так. Мне так хочется. Плюс 6 урона, я так понимаю, да? У них... Давайте посмотрим. Давай, давай. Турель. Ну, стреляй. Давай. По 11 урона. Нормально. Ну, сейчас. Пистолет тут не нужен. А вот... Хотя, зачем я вообще турели прокачал? Я и так их могу мочить. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас на нижнем этаже. Фигеть, где у меня двери везде появились. Да и закрыто. Как открыть? Ну и чё? А, вот. О, привет, давай, короче... Блин, он, я думал заманить его к себе на базу, и пусть он умрет через лазерную дверь. Ну ничего, закроем. Так лучше. И вот это закроем, чтобы, ну, никто не проник в мою базу, еще какой-то мужичок проникнет, будет плохо. Так, еще что-то там, блин. Прикольно вот эта штука. Баксы тратить предлагают, но я не хочу. Так. О. Я помахал ручкой. А, вот, Пойл телепортировался. Смотрите. Смотрите, что тут есть. Какая прикольная функция. Такой. Махаешь рукой, ручкой. И такой. А! И все, и здесь. Очень прикольно. Очень прикольно. Блин, очень прикольно. Я не знаю, вот. Просто респект разработчикам, вот, чисто за телепортацию, еще плюсом она бесплатная. Прям респект большой. Так, я, наверное, больше не буду дропперы прокачивать, потому что это просто бесполезно. Так, давайте купим вот этот. О, что это? У меня есть свой байк! Я о нем всегда мечтал. Ну, вот такой вот. Вы видели? Просто за 800 долларов, блин, его надо было, мне кажется, за... Хотя бы за 100 тысяч, блин, впихнуть. Тут офигеть. Нет, это просто какой-то класс. Сейчас я заеду к кому-нибудь на базу. Смотрите. Сейчас сяду на свой байк и уеду. Так. Опа, опа. Блин. Конечно, он управляется такси. Ну, блин, за 800 долларов это вполне нормально. Хотите к пацану заедем? Подружимся, может. Ай. Капец, он неуправляемый. Ну, понятно, почему он 800 долларов стоит. А я его расхваливал. Вообще не поворачивает. О! Ага, у него тут пушки стоят. Как тут у себя пушки поставить? Блин, все, до свидания. Вот честно говоря, пока. Все, я ухожу со своим байком. О, фигеть, я еще и с байком телепортируюсь. Прикольно. Так, где тут пушки можно потратить? О, это пушка? А, да, это пушка! О! Вау, прикольно. Блин, все, наконец-то я смогу отстреливаться от них. Ё-моё. Не понял. Не понял. Ну-ка, давайте. До свидания, все. Пацанчики, вы ко мне не пройдете. Даже не думайте. 1000 баксов у меня есть. Дальше покупаем вторую пушку, да? 750, блин. Дорого, капец. Дорого. Ладно, давайте пока его расстреляем. Блин, а где он? А, его пушка убила. Понятно. Давай, давай. Попробуйте, вот попробуйте ко мне подойти.
Ладно. Так, что еще хочу? Я хочу на байке поездить еще раз. Так, как мне выехать из своего логова? Почему тут нет кнопочки на спавн, не знаю. Так, ладно, я знаю, как вылезти из этой западни. Просто вот так вот берешь. И все. Он, кстати, на моей базе не ездит. Понятно. Так, все, ладно, давайте пойдем вниз и заспавним его заново. Ладно, ничего, пусть ко мне заходит. Ну что? Но зато у меня есть такой вот крутой байк. Смотрите, просто на этот байк. Конечно, он управляется плохо, но по виду нормально. Давайте вот к этому пацанучку попытаемся как-то залететь. К нему нельзя заехать, поэтому просто вот так вот зайду к нему. Может, меня пушки не подстрелят. Вот так хоп-хоп-хоп, пушки ломаем. Хоп-хоп. Вот так, молотком-молотком. Ломом-ломом. Ломаем пушки. Вот так, да, все сломали, типа. Так, ограбление. Блин, у него все защищено. Я не знаю, куда идти. Блин. А, капец, он все закрыл. Это ограбление. Фу. Блин, а, вот у него есть. Блин, у нее не открывается эта дверь. Все продумано. Нет. Пацан, помоги мне. Ладно. Я у него сейчас, короче, у двери встану вот так вот. И типа, вот так вот. Все, пуцк. Давай, пока. Пока, с пистолетом. И все. Я не знаю, почему мне это так нравится, но вот так нравится. Дропперы я не буду покупать. Вот честно. Они очень бесполезные. Капец, пушки все равно дорогие, но они это пушки. Это логично. А они мне вообще деньги-то приносят? Я не понимаю. Если они мне не приносят денег. Офигеть они. Эй, пушки, алло. Так. Так, кстати, ребят, я думаю, на этом ролик можно, наверное, закончить. Да. И, кстати, ребят, хотел вас огромное поблагодарить. Поблагодарить огромное за то, что вы набрали 100 подписчиков. Спасибо большое. Спасибо вам. Ура! Теперь у меня есть хотя бы 100 подписчиков. Спасибо большое. А я на этом прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.